Родник сердечного добра ее улыбка отражает, и в нашем сюте обожает ее недаром детвора. Педагог дополнительного образования Погорелова Виктория Юрьевна – это молодой, подающий надежды педагог, воспитатель молодого поколения. Сравнительно недавно она пришла на станцию юных техников и сумела завоевать искреннюю любовь детей, уважение коллег. Ее работа направлена на всестороннее развитие личности ребенка. Виктория Юрьевна выбрала одно из самых востребованных направлений обучения в дополнительном образовании. Это информатика, включающая в себя обучение учащихся основам компьютерной грамотности. Она находится в постоянном творческом поиске. Ею изучаются и внедряются современные обучающие и прикладные программы. Изучают как бы основы программирования, там архитектура ЭВМ, информация, алгоритмы. Работаем в программе Word, программе Paint, программе Office Paint Power. А на втором году обучения мы углубляем свои знания. Работаем в программе Word, также глубоко, Paint. Изучаем программу Excel, программу публикация, программу Access. И работаем в программе комиксов. Одним словом, объединение под руководством Погореловой Виктории Юрьевны старается идти в ногу со временем. Занятия проходят в объединении на высоком методическом уровне. В ее арсенале находится большой банк методического и дидактического материала, который она собрала вместе с детьми, ориентируясь на их интересы и возможности. Меня зовут Алина. Мне очень нравится ходить на станцию юных техников в объединении информатики. Я хожу уже сюда 2 года. Я многому научилась работать в Пайне и Ворде, самостоятельно, ну, создавать папки, набирать текст, печатать. Потом и всему этому меня научил хороший педагог Виктория Юрьевна. Мы делаем здесь открытки, делаем комиксы, визитки. Мы рисуем здесь. В станции юных техников проходит много мероприятий, чаепитий. Печатаем для школы, если надо, доклады. Я очень люблю свою учительницу. Она добрая, отзывчивая. Если у нас что-то не получается, она всегда поможет. Здрасте. Меня зовут Денис. Я хожу сюда уже год. Я умею рисовать и печатать. Учительница у меня очень добрая. Когда у меня что-нибудь не получается, она всегда поможет. Ее воспитательная работа направлена на развитие у учащихся усидчивости, аккуратности, толерантного отношения друг к другу. Мастерство и умение Виктории Юрьевны возрастает из года в год. Она с уверенностью смотрит в будущее.